Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente de la Commission de ne pas avoir objecté à ma demande qu'on ait une discussion sur ce rapport comme sur le précédent. Non, Нурсултан Назарбаев – это всего лишь грустный, отвратительный тиран. Бывший председатель во время Советского Союза, премьер-министр, социалист. Сразу после распада Союза сам провозгласил себя президентом. Вот так и появилась легитимность Назарбаева, а потом он сделал демократический прогресс. Ну да, конечно. В прошлый раз он набрал 90% голосов, а в этот раз 95%. Видно, что признательность растет, но вот оппозиция почему-то исчезает. На выборах было лишь 3 оппозиционера, и те назначены им же. Настоящим оппозиционерам запрещено участвовать в выборах. Об этой стране заявила Amnesty International после того, как нефтяников жестоко расстреляли во время протестов. Я не знаю, сколько убитых было на самом деле. В этой стране было зафиксировано 163 факта пыток. Только что месье Юта отметил, что пытки – постоянное дело в этой стране. Нет, ни у меня, ни у вас нет ничего общего с такого рода персонажами и его методами. Здесь говорится о том, что мы должны усилить сотрудничество в борьбе с коррупцией и отмыванием денег. С кем мы это подписываем, что общего у этой страны с нашей в истории коррупции? В 2012 году было открыто уголовное дело против этой страны. Французское правосудие расследует дело о хищении денег организованной преступной группировкой, отдаче взятки иностранному госслужащему, пособничестве и сокрытии краденого. Это дело еще не закрыто, но зато были предъявлены обвинения председателю Сената Бельгии. Бельгия — страна Евросоюза, они так же, как и мы, не согласны с таким ведением права. Эта страна занимает 131 место из 176 по коррупции и нарушений международных законов. Сейчас я на стороне тех, кто сидит в тюрьмах, и тех, кто подвергался пыткам из-за Нурсултана Назарбаева. Я на стороне тех, кто был заключен в тюрьму, за кем следят, что они делают и говорят. Нет, это недопустимо, в таких условиях сотрудничество с ним невозможно. Что бы ни случилось, они будут заключать с нами контракты, потому что мы их главный клиент по закупке урана. Это в их же интересах поддерживать с нами отношения, так как мы великая держава Европы. Я могу понять это, но не ценой амнистии такому тирану, не ценой амнистии таких чудовищных преступлений. Дорогие коллеги, нет никаких признаков демократического прогресса в этой стране, а наоборот. Нет, эта страна не собирается соблюдать демократические принципы. И вот почему я не буду голосовать. Тираны бывают разные, потому что есть страны, в которых все происходит по-разному. Но сейчас мы имеем дело с тираном, который не дает даже метра свободного пространства своим оппозиционерам. Нет никого, кто бы смог их защитить. Никого. Нужно ввести санкции. Вы это хорошо понимаете. Вы же применили санкции к режиму выбора, которого не обсуждались ни одной международной организацией. Я говорю о Венесуэле.
А в Казахстане, по данным ОБСЕ, ни разу не было честных и свободных выборов с момента распада Советского Союза. Ни одного раза. На этом у нас все. Кому понравилось, ставим лайк, подписываемся на канал, жмем на колокол, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока. I'm an Albatross, yeah.